Зашли на сайт, и вам говорят, там маски по 2 рубля. То есть вы идете по своим делам, и тут что-то вот у вас на дороге случилось. Спасибо, служба безопасности, до свидания. 2 из 3 сайта являются мошенническими. А ваши деньги сейчас под угрозой, злоумышленники пытаются их снять. Всем привет! Меня зовут Александр Дроздов, я руководитель проектов в коррекционном центре доменов РУ.РФ. Сегодня, когда большая часть населения страны проводит время в домашней обстановке, а значит, активно пользуются ресурсами сети интернет, не только на своих мобильных устройствах, но и на компьютерах, мы обсудим актуальные проблемы и риски мошенничества, которые поджидают в интернете. Ведь сейчас, когда интернет стал ключевой площадкой и для обучения, и для взаимодействия с коллегами, с друзьями, осуществления покупок и просто информационной площадкой, логично, что сюда подтянулось еще большее количество мошенников, которые внедряют самые изощренные способы отъема денег. Разобраться в этой ситуации сегодня нам поможет Сергей Голованов, ведущий эксперт лаборатории Касперского. Сергей, расскажи, пожалуйста, для начала, чем ты занимаешься в лаборатории Касперского, и дальше мы потихонечку посмотрим с помощью тебя, какие проблематику вопроса мошенничества в интернете. Всем привет, спасибо за приглашение, Александр. Еще раз, да, меня зовут Голован Сергей, я являюсь ведущим экспертом лаборатории Касперского, и сейчас, на текущий момент, я работаю в таком подразделении, которое называется «Отдел расследования компьютерных инцидентов», и это один из 5 отделов, которые занимаются как раз исследованием актуальных угроз. Учитывая, что я ведущий эксперт, то, соответственно, я как раз и занимаюсь исследованиями вредоносных программ, мошенничества в интернете. Опять же, я являюсь публичным спикером. Учитывая, что лаборатория Касперского производит множество продуктов и сервисов для клиентов в области обеспечения информационной безопасности, то я также являюсь автором нескольких патентов и автором технологий, на которых эти продукты основаны. Вот, собственно говоря, чем я занимаюсь. Хорошо. Смотри, мы уже, получается, практически все месяц находимся преимущественно на домашней самоизоляции, и очевидно, что мошенничество тоже не стоит на месте, а придумывает различные изощренные способы ввиду того, что людей в интернете стало больше. Так вот, а есть какая-то, возможно, уже сейчас статистика по количеству выявляемых мошеннических способов, схем? Есть статистический сервис лаборатории Касперского. Они построены следующим образом, что когда клиенты продуктов соглашаются с лицензионным соглашением на такую штуку, которая называется КСН, Касперский Security Network, то тогда, когда происходит детектирование какой-то вредоносной программы либо блокирование посещения какого-то веб-сайта, в облако, в лабораторию Касперского отправляется маленький пакетик, в котором находятся данные о том, что когда произошло событие, какого типа вредоносной программы обеспечения было там. Ну и, собственно говоря, если говорим про веб-сайты какие-нибудь, то что было на веб-сайте и, собственно говоря, адрес этого веб-сайта, где произошло детектирование. Если говорить про статистику, как она выглядит глобально, то я бы сначала рассказал, как она выглядела там последние 15 лет. Соответственно, она постоянно росла где-то до 2012 года. То есть, если говорим про историю, то в 2011 году, скажем так, шанс, что вы встретите мошенничество или вредоносную программу в русском сегменте сети интернет в течение года, этот шанс был порядка 75%. То есть не то, что там 50-50, либо там встречу, либо не встречу в течение года. Нет, был порядка 75%. После 2012 года наблюдается падение, и в 2019 году, наконец 2019 года, встретить вредоносную какую-то активность в сети интернет, ну, именно в российской, составлял порядка 20%. То есть получается, что только каждый пятый наш клиент сталкивался с какой-то мошенническими сайтами, с какой-то другой вредоносной активностью в интернете и так далее. Так вот, по состоянию на 1 апреля данный показатель увеличился в несколько раз.
То есть, если мы говорим про общую мировую статистику, то в среднем вот эта цифра шансов, там 75-20 и прочее, он возрос на 15%. То есть, злоумышленники очень активировались и начали вот как раз на волне того, что все сидят в интернете, активно использовать интернет для своей мошеннической там, незаконной деятельности. Если говорить про конкретно российскую часть, то сайты, которые занимаются мошенничеством, то их количество увеличилось в два раза. И более того, конкретно, если мы говорим про тематику, например, самоизоляции, карантина, коронавируса, ну и так далее, то сейчас, на текущий момент, два из трех сайта, которые посвящены данной тематике, являются мошенническими. То есть, которые приводятся к тем или иным потерям людей, которые эти сайты посещают. То есть, вот она статистика на период карантина. Мы плавно подошли к тому, чтобы, наверное, разобраться, какие сейчас самые популярные, что ли, способы и тематики мошенничества. Да? Это, получается, карантин, самоизоляция, пропуски цифровые, электронные. Что-то еще? Или, ну, то есть это прям топ? Да, это совершенно верно. Это топ, и очень забавно смотреть, как этот топ формировался. То есть злоумышленники очень активно следят за новостным фоном и адаптируют свои схемы мошеннические под новостную ленту. То есть вот в самом начале, там, в марте, там, говорили, там, значит, всем маски, всем, значит, мыть руки и держаться там на расстоянии там, 2 метра друг от друга. И тут же появилось огромное количество сайтов с интернет-магазинами, которые предлагают все эти средства индивидуальной защиты и так далее за очень низкую цену. Причем, понятное дело, что уже там в аптеках ничего не купишь, уже все началось. Все начали, там, часть уже работников перевели на удаленку, и эти люди на удаленку начали покупать там перчатки, маски и так далее. Ну и заходили в интернет, переводили деньги. Ну, ни масок, ни перчаток они не получали. А более того, когда они пытались там на сайте жаловаться, что где, блин, мои перчатки, которые я купил, то сайт закрывался, а вместо него появлялся там два или три точно таких же, только там не там в другом дизайне, но с тем же самым содержимым, где предлагалось все то же самое. Дальше что происходило? Дальше началась история про то, что нужны пропуски на улицу. Соответственно, тут же появились куча сайтов, которые предлагают эти самые... Сначала они были по дешевке, потом они стали безлимитными. Потом, значит, когда новости выходила, что там для определенных там, медработников будет там, выход на улицу, соответственно, все тут же модифицировалось на сайтах, чтобы вот, значит, мы представим вас медработником, поэтому, значит, заплатите нам от 3 до 5 тысяч рублей, чтобы получить вот этот безлимитный пропуск. Дальше были новости, что, значит, вводятся штрафы, и тут же начали появляться сайты, которые предлагают, либо уже говорят вам, что вам уже выписан штраф, либо предлагают, что, значит, мы, значит, защитим вас от этих штрафов, вы можете их не оплачивать, ну, и так далее. То есть весь вот этот топ, он формируется на основании новостного фона. И вот что сейчас в новостях, о чем говорят, вот точно такие же сайты вот на этом хайпе и будут подниматься злоумышленниками. А есть понимание, какое количество людей страдает от этого, какая-то статистика, что могло бы обозначить, в общем-то, масштаб бедствия? Смотрите, ну, статистику лаборатории Касперского я уже рассказал, и там, соответственно, увеличение, там, ну, если говорим про мошенничество, то в два раза. Дальше есть статистика уже банковская, то есть, которая говорит о том, что когда там люди с карты переводили деньги, они дальше жалуются в банк и говорят, верните нам деньги назад, соответственно, и там статистика тоже самоувеличивается, и более того, учитывая, что когда, ну, там, что банки, там, например, деньги не могут вернуть, они уже ушли,
клиенты начинают жаловаться уже в полицию, и, соответственно, в полиции точно так же, как в статистике МВД, наблюдается огромный рост мошенничества, связанного с тематикой и с использованием, ну, то есть там по-разному просто там статистика называется, и используются разные термины, что в банковской, что в статистике у МВД, но там, смысл сводится к тому, что высокие технологии, карточки и так далее, и интернет вообще, все преступления, которые связаны с этими вещами, они все, у всех наблюдается рост. Причем рост не просто там на 1, на 2, на 3%, нет. Там рост идет прямо на несколько десятков, а смотря как считать, то и на несколько сотен процентов. Если говорить о том, что это как бы временно, то на самом деле не, ну, то есть, в статистике есть такая штука, что называется трендом, да, то есть когда ты пытаешься прочитать тенденцию. Так вот, эта тенденция только к росту. И на плато, ну, скажем так, оно пока что, к сожалению, не выходит. Какие используются техники и мошеннические приемы? Смотрите, есть такая штука, называется социальная инженерия. Это когда... Yes. Тебе нужно другого человека заставить, ну, как бы заставить или захотеть, чтобы он сам что-то сделал. И в социальной инженерии, там, в техниках, которые там используются, есть несколько таких так называемых крючков, когда тебе нужно зацепить внимание человека. И есть несколько типов этих самых крючков. Во-первых, да, это там, например, ну, самое простое, это там жажда наживы какая-нибудь. То есть, когда тебе что-то предлагается по очень выгодной цене. Ну, то есть, там, маска за 1 рубль, например. Другой крючок, который используется, например, это страх. То есть, например, это те же самые сообщения, то, что вам выписан штраф за выход на улицу. То есть, человек такой, блин, я на самом деле выходил на улицу, блин, вот мне прислали штраф, я его, блин, должен заплатить. Ну, есть другие техники, соответственно. На всех этих техниках как раз и играют злоумышленники. Цель у них одна и та же. То есть это прямое хищение денежных средств. То есть и это денежные средства могут пройти действительно в виде карточек, то есть это будет операция по картам, либо операции с помощью там, мобильного банкинга, то есть когда переводятся деньги, например, на номера телефонов. В принципе, как тебе удобно, по номеру телефона или дай мне номер карты, я тебе скину. Ну, без разницы. Соответственно, люди теряют деньги напрямую. Если говорить о том, каким образом вот они заставляют это сделать, ну, есть несколько способов. То есть, например, есть такое мошенничество, когда, опять же, которое играет на жажде наживы, когда тебе говорят на каком-то там, в рекламном баннере, например, на каком-нибудь сайте, о том, что тебе положена компенсация за то, что ты сидишь дома. И ты такой, о, блин, компенсация, сейчас мне денег дадут. Заходишь на сайт, там говорят, да, там согласно там, какому-то такому постановлению, значит, тебе положена такая-то компенсация, нужно оплатить комиссию. Она маленькая при этом, то есть там 150 рублей, например. И ты такой, так, все, значит, где моя карта, значит, сейчас я переведу эти 150 рублей и получу 30 тысяч рублей. Но, ну, естественно, 150 рублей уходят, а 30 тысяч рублей не приходят. И точно так же получается, что сайт тут же закрывается, открывается там 2 или 3 или несколько сотен, точно такие же, с аналогичным содержанием. То есть в любом случае, какие бы вот такие техники не использовали злоумышленники, цель у них – это не кража там, не знаю, там, номер паспорта, что-нибудь там, фотографию, что какие-то неперсональные данные. Нет, у них цель только одна – это прямой вывод денежных средств. А как данные сайты выявляются, как мошенники выявляются, и что с ними, соответственно, дальше происходит на вашей стороне? Или вы просто передаете информацию в МВД? В МВД мы обычно там информацию в МВД передают, ну, как бы сами потерпевшие, потому что мы как бы тут вообще не при делах. Смотрите, есть некий такой процесс, он выстроен, то есть выстроен просто годами. Есть мошенники,
которые регистрируют огромное количество доменных имен. На эти доменные имена вешается куча сайтов с каким-то там содержимым. Есть клиенты, которые на эти сайты ходят. У этих клиентов есть какие-то защитные решения, которые установлены на компьютерах. Соответственно, когда, опять же, создатели этих защитных решений, ну, в частности, у меня, есть доступ, например, к списку доменов, есть доступ к сайтам, которые, ну, которые ходят наши клиенты, и, опять же, есть список вердиктов, которые они на этих сайтах получают. То есть у меня есть список, что вот на этих, вот всего столько-то сайтов, например, посвященные тематике коронавируса, ну, не знаю, там, я его из Гугля достал, например, или из Яндекса, неважно, либо зашел на специальный сайт, где получил полностью список доменов. Вот он у меня есть. И у меня есть часть, которая уже детектируется, то есть уже антивирусы на них срабатывают, говорят, что не-не-не-не, сюда не ходи, туда ходи. Соответственно, я начинаю смотреть, а где еще на таких вот эти детекты могут сработать на других сайтах. Ну и, собственно говоря, формируется некий такой список, который там сегодня покрывает 99,9% всех мошеннических сайтов в сети интернет. То есть это как бы моя задача. Ну и дальше клиент опять заходит на эти сайты, у них появляется большое красное окно, что сюда ходить нельзя, но они идут на другой сайт. Дальше что происходит, если, ну то есть клиент все-таки попал на какой-то мошеннический сайт, и ему там говорят, что... Ну, грязными методами социальной инженерии, там говорят, например, выключить антивирус, либо, значит, не знаю, там какую-нибудь чушь, говорят, что у вас там старый браузер, ему нужно обновить, значит, кликните сюда, значит, под установщиком этого нового браузера там какая-нибудь программка, которая там выключит средства защиты, ну и так далее. Значит, он заходит и попадается на удочку злоумышленнику, чтобы все-таки перевел, например, деньги. Причем, кстати говоря, не обязательно должны быть сайты. То есть есть отдельный пласт, например, телефонного мошенничества, когда людям просто звонят и говорят, что там, например, там деньги заблокированы, и точно так же нужно там зайти на сайт и установить программку для удаленного доступа, которая позиционируется как там супербанковский антивирус. И тогда то же самое, средства защиты на это уже там не срабатывают. И вот, значит, злоумышленники тем или иным способом все-таки... как бы доводит человека до мысли, что нужно взять свою карточку или там телефон и перевести деньги. Человек не получает услугу, не получает там товар, например, и начинает жаловаться. То есть сначала он жалуется напрямую в банк. То есть он берет карточку, переворачивает ее, там написан номер телефона, он звонит, говорит, там, я такой-то, такой-то, значит, вот у меня ушли деньги, значит, фигня произошла, значит, верните деньги. Часть денег возвращается. Это абсолютно нормально. Соответственно, крупные банки, особенно если там ситуации, то, что ну, там, злоумышленники использовали известные технологии, темы, деньги возвращают. Если деньги не возвращаются, то, опять же, банк говорит о том, что вот, значит, нужно пойти в полицию и написать заявление. Соответственно, человек уже идет там, в районное отделение полиции и пишет заявление. Дальше, соответственно, человек приходит, ему все говорят, ждите, 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 ждите. И вот он приходит и начинает жаловаться. Причем уже начинает жаловаться всем подряд. То есть это есть, если вы найдете, ну, просто зайдете и там, почитаете, какие схемы используют злоумышленниками, то там как раз жертвы этих самых мошенников, они очень подробно рассказывают, что, как происходило, когда и так далее. Ну, то есть, опять же, это все требуется при обращении в полицию. Ну и дальше, соответственно, можно взять тот же самый список этих самых жалоб. Опять же, как я, как эксперт, и это все могу обработать, и дальше уже, опять же, добавлять детектирование вот этих самых сайтов в свои защитные решения, чтобы другие наши клиенты уже вот на эти способы мошенничества не велись. В итоге, что делать пользователям, чтобы обезопасить себя, чтобы обезопасить своих близких? Смотрите, есть, чтобы не попасться на текущие актуальные методы, которые пользуются злоумышленниками, есть, ну, на самом деле, просто два правила. Первое правило – это вот действительно то, что вы говорите, не вестись и так далее. И есть нормальный, абсолютно спокойный пример –
как распознать мошенника. Когда вы заходите на сайт или когда вам поступает там телефонный звонок, например, то вы не знаете там ни автора, например, этого сайта, ни там, человека, который вам звонит там, с незнакомым номером и так далее. Представьте себе, что эта ситуация просто с вами происходит на улице. То есть зашли на сайт, и вам говорят, там, маски по 2 рубля. Но представьте, что вы идете по улице, и к вам подходит человек и говорит, маски надо по 2 рубля. Вот что вы вот в этой ситуации будете делать? Вы скажете, что нет, я давно спасибо, там, я пойду лучше в аптеку, и там нормально себе куплю все. Либо то же самое, там, звонит там, человек вам, и более того, он может обратиться к вам по имени-отчеству, потому что есть такие штуки, как утечки, и злоумышленники этим пользуются, как раз чтобы войти в доверие к потенциальной жертве. И в этом ситуации то же самое. Но представьте, что вы идете по улице, и к вам подходит какой-нибудь мужчина и говорит там, Иван Иванович, здравствуйте, я из службы безопасности банка, ваши деньги сейчас под угрозой, злоумышленники пытаются их снять. Понимаете, что это как бы, если это все происходит на улице, это полный бред. Вот вы просто скажете спасибо, служба безопасности, до свидания. И вот этот скептицизм и вот критическое мышление, оно очень важно для того, чтобы как раз не попасться на удочку злоумышленников. То есть это, вот, соответственно, вот эта грань, где там правда, где неправда, то, что написано там в интернете, она может быть, этот ответ, естественно, получен, представить, что если это просто происходит с вами на улице, то есть вы идете по своим делам, и тут что-то вот у вас на дороге случилось. Это первое, это именно как не попасться на действия злоумышленников. Есть действие второе, это использовать специальные программы, соответственно, для того, чтобы они вас заранее предупреждали, что там, сюда ходить нельзя, что когда идет телефонный звонок, чтобы там появлялось красное сообщение о том, что вот этот телефонный звонок уже звонил там 10 тысячам пользователям, и все пользователи на эти звонки жалуются. В общем, ну, хотите взять трубку? Конечно, берите трубку. Не хотите? Ну, не берите. То есть это такое заранее предупреждение о том, что что-то с этим телефонным номером либо с этим веб-сайтом что-то идет не так. Конечно же, вам дальше самому решать, хотите вы взять трубку, хотите вы посетить этот веб-сайт или нет. Но вот этот дополнительный такой барьер для злоумышленников, который работает чисто технически, он необходим. Особенно вот когда мы сейчас все сидим на удаленке. Куда следует обращаться, если мы увидели очевидно мошеннический ресурс, может быть, он схож по оформлению с каким-то официальным сайтом. Ну, то есть, что нужно делать пользователю, если у него есть либо сомнения, либо он уверен, что это нехороший сайт, куда пожаловаться? И стоит ли жаловаться или просто закрыть и забыть? Ну, закрыть и забыть – это, конечно, хорошая такая стратегия. То есть вы идете такой по улице, там какое-то преступление происходит, и такие, да, ну нафиг, меня не касается, и пошел дальше, да. Да, стратегия, обеспечивающая выживание для индивидуума, но не для общности. Куда жаловаться? Во-первых, если уже стали жертвой, то два пути. Это, соответственно, сначала банк, затем заявление в полицию. То есть это... Тут ничего не сделаешь. Если говорить про превентивные меры, то есть вы еще там, не стали жертвой мошенников, однако вы увидели там, что сайт, что рекламку, что и прочее. Есть несколько сайтов, куда можно жаловаться, если вы встретились прям с вопиющим, очевидным действиями мошенников. Во-первых, это ресурсы Netoscope, на котором, во-первых, можно проверить, является уже ли данный сайт известным, и входит ли он в черные списки большого-большого количества вендоров, которые занимаются как раз защитой своих клиентов в интернете. Во-вторых, на этом сайте, опять же, можно пожаловаться. И тогда все эти вендора, они получат письмо о том, что вот там такой-такой-такой-такой ресурс является, значит, подозрительным, и, может быть, вы его там проверите и добавите в свои черные списки. Соответственно, это те самые жалобы в интернете, которые сформируют эти самые черные списки. И эти самые жалобы, например, собираются из тех людей, которые уже стали, которые уже записали заявление в полицию, уже стали жертвами злоумышленников.
Дальше можно писать уже и напрямую. То есть каждый вендор принимает заявки, обращения от своих клиентов, и даже просто не от клиентов, просто от кого угодно, на ящик электронной почты. То есть для лаборатории Касперского этот адрес электронной почты – это newvirus@kaspersky.com. Либо есть, опять же, сайты в интернете, то есть, опять же, на сайте лаборатории есть отдельная вирус-сканер, так называемый, который позволяет проверять и файлы, и домены, и, если что, жаловаться, чтобы это сообщение о том, что подозрительная какая-то активность в интернете происходит, она отправляется напрямую уже к человеку, который занимается анализом и детектированием что сайта, что вредоносных программ, и он уже принимает решение, о, да, это явно, значит, там, это тот же самый сайт, только там не зелененький, а синенький, который уже нам там, известен уже, там, не знаю, с 2012 года. И он, соответственно, опять же, поправляет и черные списки, и алгоритмы, которые в автоматическом режиме могут эти сайты находить и блокировать. Спасибо большое. С вами были Сергей Голованов, ведущий эксперт лаборатории Касперского, и я, Александр Дроздов, руководитель проектов Координационного центра доменов RU.RF.